Чрезвычайной ситуации готовы. Сегодня губернатор автономии Александр Левенталь проинспектировал работу подвижного пункта МЧС. Он предназначен для управления территориальными подсистемами ведомства в муниципальных образованиях. Может оперативно перебазироваться в любой населенный пункт области, где случилось крупное ЧС. Глава региона познакомился с особенностями работы узла связи и пункта управления. Побывал во вспомогательном блоке обеспечения. Здесь спасатели могут отдохнуть, получить психологическую и медицинскую помощь. Жизнь показала, что такие ситуации возможны. Она может быть раз в 100 лет, но она может на наше поколение выпасть. И поэтому в этой ситуации надо быть готовым. То, что могут быть пожары, вы знаете, у нас пожарная ситуация. Ну, слава богу, в этом году ничего. А вот бывают и наводнения, другие какие-то ситуации, связанные с чрезвычайными событиями. Поэтому надо быть всегда готовым. Вот, готовым быть вооруженными, быть в этом плане технически, организационно. Люди должны быть готовы и так далее. Здесь же глава региона проинспектировал областные склады материально-технического резерва, трансформаторные подстанции, трубы водоснабжения и водоотведения, опоры ЛЭП. Они понадобятся, если возникнет техногенная авария или природный катаклизм с сокрушительными последствиями. Склады заполнены в среднем на 80%. Пока на экстренный случай многого не хватает. Губернатор пообещал поддержку в решении этой проблемы. Резерв сформирован на все случаи жизни. Это горюче-смазочные материалы, это ЖКХ, это тепловые пушки, мотопомпы, кровати, одежда. Ну, то есть на все максимальный резерв на все случаи жизни. Любые виды чрезвычайных ситуаций.